Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию обзор на очень хорошую копию ножа ВВС СССР. Можно сказать, даже не копия, это новодел. Применяется ВВС Российской Федерации. Вот фотография ножа СССР. Здесь вы увидите. Отличался он латуневыми вставками. Текстолит по бокам был коричневого или серого цвета. А здесь, скорее всего, используется эбонит. Ну, а в целом, вот покрутил в руках, подержал. Очень достойный новодел, достойная копия. И сейчас мы его рассмотрим получше. Данный нож входит в состав НАС летного состава ВВС РФ Российской Федерации. Жесткость конструкции обеспечивают лайнеры из нержавеющей стали. Клепанные штифты. И фиксатор рабочего положения лезвия. Очень хорошая вещь. И нож не закроется самостоятельно и не нанесет вам никакого урона. Очень хорошо сделан предохранитель, умеренная жесткость, но надо нажать, сложить нож. Толщина рукояти 20 мм, марка стали 65x13, общая длина 205 мм, длина рукояти 85 мм, толщина обуха 2,8, ширина клинка 15 мм. Как видите, никаких практически люфтов нету. Все очень достойно выполнено. Также в данном ноже присутствует стропорез, или, как многие называют, пилка. Пилка без фиксатора. И также мы видим, люфт практически незначительный. Очень хорошо все подогнано, все очень хорошо сделано. Нож соответствует повышенным требованиям военной приемки по качеству. Классический клинок типа Drop Point позволяет работать в том числе и кончиком ножа. Стропорез или пилка является обязательным средством выживания для летчиков. Видите? Такое вот тупое основание можно использовать как отвертку. Также пилка разрабатывалась и испытывалась на материалах обшивки самолета для обеспечения выживания летчика после катапультирования. И также она очень хорошо режет кость и дерево. Нож, конечно же, в своей полной сфере не предназначен для резки продуктов. Но сейчас попробуем, как он режет колбаску. Палочку колбасы специально выбрал тверденькую. И сейчас посмотрим, как он режет данную колбасу. Колбаску режет, но как бы надо прилагать усилия. Нож не затачивался, новый, но данная заточка особо не предназначена резать продукты, такая вот клиновидная. Ну, со своей задачей справляется нормально, то есть кусок хлеба, кусок колбасы, кусок сала вы
порежете без проблем. Данный нож очень хорошо иметь с собой в кармане, в рюкзачке. Места он занимает немного, но очень может пригодиться на рыбалке, на охоте, в походе в лес и во многих ваших делах и хобби. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким.